Ну что, Кохочка, уезжаем сегодня, 1 октября, едем. Все, видишь, сколько вещей у нас. О, все это поедет в Москву. Вечерний Токио, 1 октября 2017 год. Да, вот так, после концерта в Токио. Мы в этом же доме будем жить. Слушай, вот тут маникюр. Слушай, на полифойку, потихоньку. Панорама. Да? Вон самая высокая в Токио башня. 610 метров. Выше, чем Астана. Да. Да. Вообще, Наташа, как-то, мне кажется... Огни Токио. 1 октября 2017 год. 50-й этаж. Композитор Татьяна Смирнова в Токио после концерта.